Пресс-конференция после матча Челмет Молот Прикамья. Хозяева победили 2-1 в серии после матча Буллитов. Давайте послушаем мнение тренеров по игре, а потом зададим свои вопросы. Александр Вячеславович, пожалуйста, первое слово вам. Так, буду коротенько скажу, что мы проявили сегодня неплохой матч. Много было моментов. К сожалению, реализация сегодня хромала. Где-то хорошо играл вратарь хозяев. Были шансы у нас в овертайме закончить этот матч, но, еще раз говорю, реализация нас подвела. Отдельно были, конечно, ошибки, выпали несколько игроков, но в целом положительные эмоции от игры мы получили. Будем работать над реализацией. Хочу поблагодарить отдельно болельщиков у нас сегодня приезжали. Александр Горович? Ну, у нас сегодня матч сложился, начало матча сложилось тяжело, как-то плохо вошли в игру, робко так это, первый период мы как-то боязливо, не все. Ну, потом игра со второго периода выровнялась, и я думаю, что шансы победить было у обеих команд равные, но, может, благодаря удаче и нашему вратарю мы победили. Вопросы будут? Спасибо. Спасибо. Отлично. Коротенько. Да, качу.